Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Липецке, где сегодня на стадионе «Металлург» пройдет матч, вынесенный из четвертого тура «Лион» второй лиги А на втором этапе в дивизионе «Золото». В этом матче липецкий «Металлург» примет «Краснодар-2». Никита Плотников, 94-й, Дмитрий Кучугура, 56-й, капитан команды Руслан Чубанов и трио в атаке, 48-й Юрий Железнов, 21-й Данил Карпов и 36-й Камиль Муллин. На Железнова тот выдает. Железнов уходит от Елеева. Подкат Крикуненко. Возможно, все-таки несколько сбил прицел. Два раза фейковым образом замахнулся под удар. Возможно, с левой ноги он произойдет. Но это совершенно не опасно для Голикова. В своих контратаках и при стандартах. Железнов удар. Кобзеву придется именно мяч отбивать. С левой ноги на сей раз перевод под скидку от Шахова. Это интересно. Еще одна передача в касании. Удары, добивание и гол. Метался мяч, как в пинболе, между препятствиями. Отскакивал в одну и другую сторону. И в итоге оказался у Владимира Ярлыкова. И тот с близкого расстояния отправляет мяч в створ ворот соперников. Низом налево от Пахомова включается в эту атаку Степан Комар. Он уже у лицевой. Подача в штрафную площадь. Удара, мяч, по мнению арбитров, вышел за пределы поля. И этот удар Семина уже особого значения иметь не будет. Так вот, нет еще целой группы футболистов из молодежки Краснодара, которые порой подтягиваются во вторую команду. Налево здорово. Момент, Карпов рядышком с воротами. Классная передача в разрез из глубины. Черняков. Подача неплохо под удар, под возможное добивание. Еще есть шанс, но законопатили ближний угол быки. Черняков еще навес, удар в дальний угол и мяч медленно скачет в руки Голикова. Продолжается пинбол, продолжаются рикошеты, контртуши. Все непредсказуемое в штрафной площади других. А одни в контратаку несутся уже в противоположную штрафную. Момент, прострел, Железнов, пауза, удар, 2-0. Они дождались своего шанса, они поймали соперника на контратаке. Мог ведь сам пробить. Грамотно откатил на Железнова. И тот, я думаю, проставится аккуратненько своему более юному партнеру. Он в ответ показывает на табло и цифру 2 демонстрирует. Скидка, удары выше ворот, но положение вне игры было очевидным у Дениса Семина. За попытки, за атаки, за навесы, за удары, например, как сейчас великородные. Но это в руки Голика. Обращаемся к таблице. Тем паче финальный свисток уже звучит. Победу одерживает «Краснодар-2» в гостях над «Металлургом» со счетом 2-0 благодаря голам Владимира Ярлыкова и Юрия Железнова. Всем вам желаю сил, терпения, здоровья и удачи. До новых встреч. Пока-пока.